Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Меня зовут Белякова Наталья. Я вам расскажу об экзотической породе кошек каракал. Наталья, прежде всего, это большие кошки, так? Да, это большие кошки. Кошки, которые достигают размера большой овчарки, весят 20-25 килограмм. Холки 50 сантиметров. Что вы можете сказать об этой породе? Чем она так хороша? Ведь для большинства любителей кошек эти кошки из дикой природы. Эта порода, во-первых, хороша тем, что она просто великолепна и красива, грациозна. Имеет очень красивые, незабываемые уши с кисточками. Порода дружелюбная, игривая, но, замечу, если эта кошка выращена в питомнике, это очень важно, потому что кошки, которых взяли из дикой природы с помощью контрабанды или зоопарков, не смогут быть вашим лучшим другом, играть с вами, дружить с вами, любить вас так, как любят кошки, которые выращены в питомнике. То есть должны пройти поколение домашних? Да, поколение, конечно. Нужно знать родителей, чтобы знать, что кошка домашняя, кошка здоровая, кошка с адекватной психикой. Конечно, это как у больших собак, можно так сказать. Мы котят приучаем к людям, к рукам, начиная с двухнедельного возраста, мы их социализируем. Наши кошки ходят в лоток, как обычные кошки, играют с нами вот в махалочке, с ними можно гулять на поводке, она прекрасно идет рядом. И любит ласку. Очень-очень любит ласку, любит спать в кровати, любит играть в мячик с махалками. Ну, как обычная кошка. Можно так сказать, такой кошкой реально больших размеров. А представьте, пожалуйста, этого персонажа. Это девочка, каракал. Ей 5 месяцев. Зовут ее Маша. То есть это еще только подросток. Чтобы вот можно было представить, каких размеров вырастают. Ну, она увеличится еще минимум в 3 раза. Наталья, а как переводится название этой породы? Каракал с турецкого — черное ухо. Ну и вот это характерно, особенно, что ушки сзади черные. Это по природе задумано как маскировка. Это кошки степные. Такой окрас, он характерен именно вот для того, чтобы маскироваться в степи. Где ковыль, где такие преобладают
рыжепалевые оттенки. В дикой природе эта кошка очень любит охотиться, а вы охотничьи навыки отслеживаете у себя? Но дело в том, что у нас в питомнике ей не нужно охотиться, она питается курицей, перепелкой, это все как бы неживое замороженное, да, кролики. Все, что можно купить в магазине, то есть ничего такого особенного нет. Естественно, даются витамины, кальций для роста. Конечно, это необходимые ингредиенты. Эту кошку с древних времен, да, приручали как домашнюю, потому что она очень хорошо приручаема. И охотились вместо собак с ней на птиц. Ну, я знаю, что они очень хорошо прыгают. Прыгают, да, до 3 метра в высоту прыжок может достигать. А еще особенность этих кошек, что они не мяукают. Они издают звуки, напоминающие чириканье птиц. Этим они привлекают птиц, чтобы охотиться на них. То есть каракал не говорит мяу, он чирикает. Какие еще отличия у этих больших кошек от обычных, всем нам известно? Ну, в принципе, это главное, это внешний вид, характер замечательный. Ну вот и особенность то, что они не мяукают. Еще они хорошо обучаемы. Можно выдрессировать кошку-каракал, чтобы она приносила мячик. Но, в принципе, обычных кошек тоже можно научить этому, если задаться целью. А вы сказали, что каракал может как собака гулять на поводке. Да-да, не любая кошка может гулять на поводке рядом, как каракал. Каракал гуляет с хозяином именно как собака рядом. Так что же получается, что эти кошки ближе к собакам? У них есть черты характера собак, можно так сказать. А как люди реагируют на эту породу кошек? Ну, когда идет каракал рядом с человеком, это, конечно, производит фурор. Люди начинают показывать пальцами, спрашивать, что это. Это собака или кошка? Можно потрогать. А насколько легко или трудно заниматься этой породой, приближать ее к людям? Выращивать котят-каракал – это сложное занятие, потому что, чтобы в итоге получил покупатель социализированного, доброго, ласкового, игривого котенка, заводчику приходится с двухнедельного возраста котят кормить и из бутылки молоком специальным каждые 2 часа, 24 часа в сутки, пока ему не исполнится 1,5 месяца. Потом уже начинается приучение к мясу, к курице. Во-первых, пометы каракалов, они немногочисленны. От 1 до 3, очень редко бывает 4 котенка в помете. Вот. Ну и плюс в нашем питомнике каракалы рожают не чаще 2 раза в год, а то бывает и 3 раза в 2 года, потому что мы заботимся о своих кошках и не эксплуатируем их, и хотим, чтобы котята были максимально здоровы. Получается, чтобы каракал стал домашней кошкой, нужно, чтобы он полюбил человека с самого начала. Да, конечно. Социализация. Социализация
Социализация – это главный вопрос выращивания каракала. То есть, если упустить момент социализации после двухмесячного возраста, то уже эта кошка будет приближаться к природе. То есть она не будет такой ручной. То есть начинать нужно работу по социализации, начиная с двухнедельного возраста. Каракал – кошка активная. Насколько она нуждается в пространстве, нуждается в физической нагрузке, вообще в бурной деятельности? Да-да, естественно, кошка большая, поэтому, соответственно, ей нужны большие пространства для жизни. То есть обязательно нужно место, чтобы она гуляла, обязательно отдельную комнату, где она будет хозяйкой. Поэтому все-таки идеальное место для такой кошки – это загородный дом. Большая квартира, конечно, может подойти, но именно большая квартира и с условием того, что кошку будут брать на прогулку, чтобы она могла физически заниматься, бегать, прыгать. Но вы своим каракалом обеспечиваете физическую нагрузку, фитнес? Ну, конечно, конечно. Дело в том, что если каракал не будет двигаться, то есть это маленькие пространства, ей нужно прыгать, прыгает она высоко, ей нужно бегать, бегают они достаточно быстро, у них начинаются проблемы с суставами. Наталья, но все-таки эти кошки имеют в себе какую-то частичку природы, и, наверное, именно это людям интересно. Скажите, а могут ли каракалы укусить? Ну, укусить каракал, конечно, может, он имеет для этого зубы, но это надо очень сильно достать и разозлить кошку, чтобы она это сделала, хотя, я думаю, скорее всего, ей проще убежать, нежели атаковать, потому что по своей природе каракалы трусы, они не нападают. Вот. Но укусить может и любая большая собака, и даже маленькая кошка. А как вам кажется, что вообще людей привлекает не в обычных кошках, а в диких кошках? Или в тех, которые были дикими? Людей привлекает, во-первых, величина, во-вторых, красота. Ну, наверное, внешней силы и мощи этой кошки. А как вы думаете, может ли
кто-то приобрести такую кошку, чтобы восстановить охотничьи навыки, охотиться? Или она уже не сможет? Кошку можно научить охотиться, потому что она легко поддается дрессировке. Если заняться целью, я думаю, что возможно. Конечно, их с древности приучали к тому, чтобы охотиться на птиц. Я думаю, что где-то в генной памяти у них это все есть. Вот такой вопрос. В последнее время интерес к диким кошкам, вообще к дикой природе, к экзотике он растет, такой тренд уже выработался. Как вы думаете, почему? Ну, дело в том, что город, урбанизация, она все-таки людей немножечко сковывает, и люди хотят иметь кусочек природы дома, можно так сказать. То есть, получается, каракал – это тоже такой кусочек дикой природы дома? Ну да, но можно так сказать, дикой, немножко экзотической природы дома. Но я поправлюсь, именно дома, частного дома, потому что все-таки это идеальное место для содержания большой кошки. Люди должны это понимать. А кто идеальный владелец для каракала, по вашему мнению? Идеальный владелец для любого животного – это человек с большим любящим сердцем. А для вас лично что важнее всего в каракале? Это эстетика, характер? Я думаю, что все. Нельзя сказать, почему ты и за что ты любишь животное. Ты его просто любишь. Мне нравится и внешний вид каракала, и то, что они добрые, и то, что они игривые. То есть они достаточно умные, как собаки. То есть, все, это совокупность. Нельзя выделить что-то отдельное. Но у вас в питомнике есть и другие дикие? Да, у меня есть, и я люблю их не меньше, чем каракалов. Расскажите нам о повседневных привычках этих кошек. Ну, как обычно, они играют, спят, любят очень играть с водой. С мячиками любят играть, с водой. Вот вы видите, стоит ванна. Они не плавают, они просто любят плескаться там лапами. Очень любят внимание, то есть могут вот так вот играть часами. Thank you.
Наталья, нам нравятся ваши большие кошки. Скажите, а перспективы у каракао как породы кошек есть? Я думаю, что перспективы у породы каракао большие, потому что эта кошка все-таки для проживания в загородных условиях, да, в загородном доме, поэтому люди сейчас стараются жить за городом, но работать в городе, поэтому все-таки я думаю, что каракао будет скоро очень популярной породой. Я бы хотела очень обратить внимание на породу каракао, но на породу именно как от заводчика. Потому что кошки, купленные не в питомнике, это опасно. И мы подвергаем природу исчезновению такого прекрасного вида, как каракао. Питомники помогают восстановить популяцию и принести в дом эту красоту для людей. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. В них есть что-то, что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм «Васька». Главное – здоровье. Мы, кошки, очень чистоплотные создания. И нам не безразлично, что владельцы насыпают в туалетный лоток. Я перепробовала более 10 разных наполнителей, прежде чем нашла свой идеальный вариант. Это силикогелевый наполнитель VC Closet. Теперь мне удобно и приятно пользоваться лотком, а мои владельцы довольны, что эта проблема навсегда исчезла из жизни нашей семьи. Запомните, силикогелевый наполнитель VC Closet. Рекомендую всем, ваша Муся. Монжо – это итальянская компания, фамильный бизнес. Мы производим продукты для домашних животных уже более 50 лет. Наша компания начинала свою деятельность в птицефабрике. Мы производили мясо птицы и начали делать продукты для домашних животных на его основе. Вся продукция Монжо делается из свежего мяса, сразу упаковывается, без добавки каких-либо консервантов и улучшителей. Мы защищаем свой продукт и предохраняем его от порчи при помощи процесса высушивания и экстракта розмарина. Продукты Монжо производятся только из натуральных ингредиентов. Это категория супер-премиум. Они стоят чуть дороже, и мы гарантируем, что, потратив немного больше средств, вы получите качественный натуральный корм без всяких добавок, который в то же время не оказывает вредного влияния на здоровье кошек и собак и не вредит окружающей среде. Мы гарантируем качество Монжо, а кошкам и собакам нравятся наши продукты. Они показывают высокую поедаемость в многочисленных тестах и исследованиях. Мы уверены, что российские кошки и собаки полюбят продукты бренда Monge так же, как их любят кошки и собаки Италии. Дайте вашим питомцам попробовать. Buon appetito! Привет всем! Меня зовут Муся. Я красивая кошка, и в семье меня очень любят. Вкусная и полезная еда занимает важное место в моей жизни. Особенно с тех пор, как хозяйка стала покупать мне холистические корма итальянской марки Фармина. Ей нравится, что эти корма полезные, натуральные, и я выгляжу всегда на 100%. А мне, если честно, просто нравятся эти вкусы. Холистик корма Фармина.
Приятное открытие для всех привередливых кошек, таких как я. Я заводчик собак породы лабрадор-ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли Хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли Хвост. Мой секрет идеальной собаки. В них есть что-то, что нас по-настоящему трогает. И неважно, какой породы кошка. Уже более 15 лет кошки-патриоты выбирают российский корм Васька. Главное – здоровье. Я заводчик собак породы лабрадор-ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли Хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли Хвост – мой секрет идеальной собаки. Компания «Фармино» – это молодая компания, итальянская, которая за очень короткое время, с 92 года, успела на сегодняшний день наладить свои бренды во всех континентах мира, благодаря качеству своих продуктов. Основное отличие компании «Фармино» – это то, что она продвигает систему питания для плотоядных, так как кошки и собаки являются плотоядными, соответственно, в состав кормов
изначально предусматривается адаптированная корма для кошек и собак, которые выражаются в брендах ND, беззерновые, с пониженным содержанием зерна, потому что компания Фармина заботится о здоровье животных. Соответственно, это и есть основная идеология по продвижению и, скажем, изготовлению продуктов компании. Качество продуктов на сегодняшний день, если возьмем существующие сегменты премиум, эконом, премиум, супер премиум, холистики, то есть в любом из своих, скажем, сегментов компания Фармина старается сделать состав выше, чем все остальные конкурентные продукты по содержанию белки, по содержанию минеральные вещества и витаминов. Я бы хотел пожелать зрителям, чтобы читали состав кормов побольше и выбирали достойные продукты для своих питомцев. Всем, кто хочет знать о собаках все. Это программа «Удивительный мир собак». Меня зовут Виктория Крутова. Я заводчик и владелец собак породы киесхонд, немецкий вольфшпиц. Рядом со мной Елена Пашкевич, хендлер и грумер. Мы расскажем вам все о собаках породы киесхонд, немецкий вольфшпиц. Давайте начнем с названия. Явно Голландия здесь приняла участие. Да, совершенно верно. Эти собаки в свое время были распространены по северу Европы, преимущественно в Германии и Голландии. В Германии их называли вольфшпицами, а в Голландии киесхондами. Собаки этой породы были привезены в Англию, и там началась планомерная селекционная работа с ними. Вот вместе с собаками в Англию пришло и название киесхонд. И с тех пор во всех англоговорящих странах эти собаки известны под названием киесхонд. В Германии собак этой породы называют вольфшпицы. Ну, порода для России достаточно редкая. А как с популярностью у этих собак в мире? Да, действительно, в общем, для России эта собака, хотя уже не так нова, ее привезли впервые в Россию 25 лет назад, и были получены первые щенки в то же время. А в мире этих собак, ну, нельзя сказать, что очень много, хотя в свое время они были символом Голландии, вот, но сейчас вот в Голландии на родине они не очень популярны, и даже многие, в общем-то, голландцы и не знают, в общем-то, о такой породе. В Англии и в Америке эти собаки, ну, достаточно популярны, хотя нельзя сказать, что они, ну, так же популярны, как там, ну, наиболее известные там,
служебные собаки, шпицы других разновидностей. Вот. И довольно высокую популярность эти собаки приобрели в скандинавских странах. А вам приятно быть владельцем и заводчиком такого, в общем-то, раритета? Знаете, здесь дело даже не в раритетности. Конечно, я очень люблю этих собак, и мне очень нравится и поведение этих собак, и внешность. И здесь дело, конечно, не в раритетности, а в том, что вот это моя собака. Это вот собака, которая мне нравится. Я просто вот, ну, получаю истинное эстетическое удовольствие от общения с ней. Виктория, ну, красота их облика очевидна, а для вас что было самым важным, когда вы выбирали для себя породу? Именно это или что-то еще? Вы знаете, может быть, это прозвучит странно, но я занимаюсь изучением запахов. Вот, и мне нужна была собака для работы, в общем, по поиску запахов. Вот. Я выбрала именно эту породу, потому что она наиболее естественно во внешнем облике, и селекционная работа человека не коснулась ее, как сказать, не испортили. Да, человек не испортил, он только лишь отшлифовал вот то, что можно было. Это вот окрас, это прекрасная шерсть, это хороший характер и приятный облик. Вот, и поэтому, в общем-то, я остановила выбор вот на этих собаках и, в общем-то, ни разу не пожалела. Вот. Оказалось еще, что эти собаки обладают великолепным обонянием, вот, и они вот помогают мне в моих научных исследованиях. Ну что ж, прекрасно. Давайте представим ваших собак. Это Юки. Ей 5,5 лет. Это ее дочь Холли. Дочке 2 года. Вот. Ну, обе собаки, значит, работают в научных экспериментах в моей работе. Вот. Но кроме того, они очень успешные выставочные собаки и, конечно, очень приятные компаньоны. Давайте теперь покажем нашим зрителям, каким должен быть кейс-хонд. Вот на примере вашей замечательной собаки. Вот. Значит, кейс-хонд, собака холик. Собака не крупная, квадратного формата. Хвост, хорошо развитая грива являются типичными признаками этой породы. У этой собаки должны быть стоячие треугольные уши, небольшие. Голова клинообразной формы. Если прижать шерсть, то мы увидим, в общем, форму как раз клина. Вот. Некрупные, слегка косо посаженные глазки, высокий выход шеи, вот. хорошо одетым воротником, хорошо выраженная холка, короткая спина, очень короткая поясница и короткий круп. Круглая лапа в комке, так называемая. Ну и при этом, значит, задорные, с веселым, в общем, темпераментом, с желанием играть. Вот такая собака. Ну и, конечно, еще характерной особенностью этой собаки является окрас. Окрас у кейс-хондов так называемый волчий. Вот, то есть вот смесь светлых и темных красок. Значит, еще одной из характерных особенностей этой собаки являются так называемые очки. Это особым образом разукрашенная мордочка. Вот, и мы видим, что глаза окружены светлыми такими зонами шерсти. Черный нос, темно окрашенные уши и черный конец хвоста. Хвост лежит плотно на спине.
И в английских книгах указано, что однажды положив хвост на спину, собака уже никогда его не опускает. Шерсть особой структуры. У них хорошо развита остевая, украшающая вот эта шерсть, и очень густой подшерсток. Благодаря этому собака вот, как сказать, имеет вот такой вот характерный облик. Шубка роскошная у этих собак. А не жарко ли им в нашем климате? Да, это самый распространенный вопрос. Вот когда в летнюю жару мы идем по улице, я часто слышу, в общем, от прохожих сочувствие. Значит, бедные собаки, им, наверное, так жарко, их нужно, в общем-то, постричь, как-то облегчить их состояние. Вот, на самом деле, вот эта шерсть, она создает особый микроклимат. И собака находится как бы изолирована от внешней среды. Это можно сравнить вот с ватными там теплыми халатами, в которых ходят южные народности. Вот. Внутри халата или внутри этой вот шубы образуется вот достаточно стабильная температура, и поэтому собака не страдает от сильных перепадов ни от жары, в общем-то, ну, ни от холода. Значит, стричь налысо этих собак категорически не рекомендуется, потому что при стрижке очень сильно будет меняться структура шерсти. Она будет становиться более мягкой, легко сваливаться и утратит свою вот эту функцию, значит, защиты собаки от неблагоприятных внешних условий. Елена, вы грумер. Вам как грумеру интересно? Это, в общем-то, очень пушистая порода. Вы знаете, безумно интересно. Мало того, что я просто получаю удовольствие от работы с этой шерстью, плюс еще и удовольствие от общения с этими собаками. Они совершенно фантастического характера. Умные, смышленые, с ними очень легко и интересно работать. Ну а легко ли с ними вам, как грумеру? Вы знаете, есть такая поговорка: трудно ли умеючи? Если ты уже умеешь это делать, то, в общем-то, я уже не обращаю такого внимания на эти трудности. То есть для меня это уже довольно обыденная работа. Хотя бывают, конечно, разные ситуации. Все зависит от степени запущенности. Увы, не все ухаживают регулярно, и когда приводят собачку уже запущенную, конечно, это и сложнее физически и мне, и самой собаке. Ну а как происходит ваш уход за шерстью Kies Honda? Уход делится на несколько стадий. Сначала я расчесываю шерстку со специальными кондиционерами, чтобы не повредить. Затем у нас происходит мытье разными шампунями и кондиционерами. Если надо, иногда можно даже маски сделать специальные. После этого собачка опять вычесывается и сушится фенами. А если не секрет, какую косметику используете? Ив Сен-Бернар? Вы знаете, Ив Сен-Бернар очень хорошая косметика. Действительно, в большей степени я пользуюсь ею. Ну а легко ли подготовить такую собаку к выставке? Все очень относительно. Чтобы подготовить эту собаку к выставке, необходимо не только уметь работать щетками, расческами. Для этого еще необходимо уметь видеть собаку.
То есть ведь на выставке собака не только должна быть расчесана хорошо, она должна еще выглядеть презентабельно и привлекать внимание к себе эксперта. И вот сделать именно ее такой для эксперта выделяемой, здесь, наверное, может быть, не всегда и не все могут это сделать. Хорошо, а покажите, пожалуйста, вот у вас тут есть приборы для ухода, как вы это делаете? Да, есть. Значит, ну, вот есть такая вещь, многие кейс-хонда владельцы очень хорошо знают, это называется пуходерка. Делают ее мастера в Санкт-Петербурге, это ручная работа. Она очень хорошего качества, очень хорошо подходит этим собакам. Пуходерка, в общем, служит для того, чтобы разбить спутанности, колтуны на собачке и хорошо прочесать шерсть вот предварительно, скажем, перед мытьем. Затем я уже зачастую пользуюсь вот такой вот массажной щеткой. Она уже имеет совсем другие зубчики и, скажем, более мягко ухаживает за шерстью. Также я использую еще вот такой вот гребень для финального расчесывания мытой, высушенной и прочесанной шерсти. Вот. Ну, есть еще вот такой вот замечательный инструмент. Очень хорошо могу рекомендовать владельцам для повседневного груминга, чтобы вычесывать отмерший подшерсток. Он очень хорошо вычесывает отмерший подшерсток, чтобы шерсть не сваливалась, не превращалась в колтуны и таким образом не мешала хорошей аэрации кожи. Это тоже очень важно. Вы знаете, очень многие люди действительно обращают внимание на шикарную шерсть этой собаки, этой породы. Но я как грумер хочу обратить внимание и потенциальных, и уже настоящих владельцев на то, что все же за шерстью этой породы необходимо регулярно ухаживать. Только тогда она будет выглядеть именно так, как вам нравится, как на выставках. Я бы рекомендовала расчесывать и промывать собачек хотя бы раз в месяц, в полтора. А между такими банными днями хотя бы с кондиционерчиком прочесывать шерстку, чтобы она не сваливалась. Иногда под ошейником, под шлейками, на штанишках, хвостики. Это все лучше периодически прочесывать, и тогда собака у вас будет выглядеть всегда роскошно. Прекрасные шубки у ваших собак, какие у них характеры? Это всех интересует, наверное, так же, как и внешность. Да, конечно. Значит, собаки очень дружелюбные. Они прекрасно находят общий язык с людьми разных возрастов, с разными животными, со всеми домашними животными, начиная от попугайчиков, черепах и кончая, ну, крупными, скажем, собаками. А если собака живет за городом, то она, в общем-то, дружит и, в общем-то, и с лошадьми, и с козами, в общем, прекрасно контактирует. Вот. Собаки этой породы отличаются очень низким уровнем агрессии.
Это одна из самых миролюбивых и толерантных к человеку собак. Поэтому в Соединенных Штатах их используют для канистерапии и для работы с детьми, в общем, инвалидами. Также собаки этой породы посещают дома престарелых, а некоторые психотерапевты специально заводят кейс-хондов, которые присутствуют при приеме пациентов. Человек рядом с такой собакой становится раскованным, чувствует себя увереннее и, в общем, ощущает поддержку такого вот, ну, дружелюбной такой собаки. Ну, на мой взгляд, эта порода практически не имеет недостатков. Единственной сложностью может быть лай. Но при умелом воспитании и, в общем-то, если вовремя это пресекать, то проблем не будет. Лай этих собак связан с тем, что когда-то они жили у моряков на баржах, и когда, значит, баржи проходили по голландским каналам, лай собак, которые слышали, в общем-то, на других судах, в тумане мог предотвратить столкновение барж. Вот, кроме того, есть еще легенда о том, что эти собаки необыкновенным образом чувствуют землю. И когда, опять же, моряки, уходя в открытое море, теряли направление, значит, собаку просили показать, где земля, и она с лаем, значит, бросалась именно в том направлении, где находилась земля. Может быть, они и на велосипедах умеют ездить, раз они родом из Голландии? Нет, на велосипедах они ездить не умеют, вот, хотя тюльпаны грызть могут очень хорошо. Скажите, Виктория, легко ли такую собаку воспитывать? Насколько она восприимчива к дрессуре? Да, эти собаки действительно отличаются очень хорошей сообразительностью. Они очень легко обучаются, просто на удивление. Вот, иногда встречаются упрямые собаки среди них. Вот, но, опять же, при умелом подходе и при желании найти общий язык, эти проблемы очень легко корректируются. Превосходные собаки. А сколько они живут? Эти собаки относятся к долгожителям. Вот нередки собаки, которые доживают до 13 и даже 15 лет. Они отличаются очень хорошим здоровьем, устойчивостью ко многим таким вот, ну, к травматическим воздействиям. Опять же, часто их шерсть защищает. Я представляю, какой интерес на улицах вызывают ваши собаки. Что люди спрашивают? Это действительно так. Особенно если, скажем, идешь с несколькими собаками, конечно, вот это вот голубое облако, оно, в общем-то, привлекает всеобщее внимание. Вот. Очень часто спрашивают, что за порода, несмотря на то, что, вот, я уже говорила, собаки у нас уже 25 лет в России, тем не менее, они все равно до сих пор малоизвестны. Насколько эта собака требует физической нагрузки? Мы обратили внимание, что одна из ваших явно очень активна. Да, они, конечно, очень разные. Вот, молодые собаки довольно активные, где-то лет до 2-3 обычно требуют, ну, достаточно хорошего моциона. Вот с возрастом, конечно, вот эта активность, она снижается, но все равно, конечно, гулять с этими собаками необходимо.
Виктория, по вашим наблюдениям, какого плана людям эти собаки лучше всего подходят? У них отсутствуют ярко выраженные, скажем, защитные какие-то качества, охотничьи качества. То есть это типичный собака-компаньон. Это спутник во время прогулок, какого-то совместного, в общем-то, активного отдыха. Собаки нашей породы очень часто сопровождают людей во время своих хозяев во время байдарочных походов или куда-то, в общем, походов в лес. Эти собаки не способны на серьезную защиту. Эта собака для, я думаю, самодостаточных, неагрессивных людей. Ну что ж, нет защиты, но зато столько любви. Прекрасно. Виктория, а в заключение, может быть, вы попробуете вашу просто прелестную, потрясающую породу характеризовать только тремя словами. Вот три самых главных слова от вас для Kies Honda. Угу. Естественные, умные и пожалуй, верные, да. Но здесь верность взаимная должна быть. Запомните это название. Это Kies Hond, немецкий вольфшпиц. Дружелюбная, умная, преданная собака. Настоящая изысканная простота. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Я заводчик собак породы лабрадор ретривер. И я знаю, как вырастить красивую, здоровую и активную собаку. Вилли-хвост. Именно его я добавляю к своим знаниям, опыту и интуиции. В этом продукте для ежедневного рациона удачно сочетаются питательные свойства, вкусовые качества и привлекательная цена. Вилли-хвост – мой секрет идеальной собаки.